Ого. Ну, конечно, сейчас прям. Это доброго дня, уважаемые подписчики. Мы сегодня приехали на лесопедах. На лесопедах. Кататься. Каби. Вот тут у нас обрыв. Летают коршуны и прочая тут живность. Собаки бегают. Но вообще, на самом деле, ехали мы долго, красиво. И тут такой офигенный вид. Решила вот с вами поделиться. Собаки очень хотят пить. Мы не знаем, пойдем мы туда к воде или нет. Но животины явно намекают. Короче, они пытались вот в тот обрыв уже залезть. Типа, говорят, женщина, нам нужно воды. Ты тут стоишь, видишь ли. Вон Маша поет бастоху. Ой, нас сейчас будут этим компотиком. Чуть не сказала глинтвейном. Понимаешь, я выдаю желаемое за действительно, Олег. Догон, иди погуляй. Слюной? Ну, мне кажется, просто очень красивые виды, и вот, можно наслаждаться. Правда, у нас много коршунов, не просто так, а потому что здесь рядом городская свалка, но не будем, короче, это. Слишком нашу романтику как бы рассеивать. Где там клещ? Ох. Короче, клещи продолжают с нами вместе путешествовать. Маша в этом костюме похожа на исландскую девушку, которую я смотрела в недавно. Коновод. Да, там просто именно так люди выглядят, вот, нордические. Поэтому, да, Дагон радуется жизни и... Ты, Дагон, рад жизни? Весь свой выставочный марафет он как бы покрыл уже пылищей. И сегодня у нас была фотосессия, да, и мы поэтому рады, что... Он тебя? Олег, куда ты пришел? Ты ему бошку оторви, да и все. Хотя, когда мы давим, там всякая фигня происходит. Мы сейчас соберем и утопим. Я, видишь, расчленяю обычно. Вот, видите, это заливные луга вон там, прямо, видите, мелко. Там не сильно глубоко, но, наверное, по коленку-то будет. А вот там вот уже сама обь, как бы, там прям видно хорошо течение, что там, ну, довольно-таки быстро река идет. Ну и, в общем-то, где-то мы... Сколько мы до сюда, Олег, ехали? Километров. 7-8. Ну, кажется, что не сильно далеко, но... 7,7 километров мы съехали сюда с собачками. Животные довольны вроде как. Дагон там, когда мы его спустили с поводка, пытался бегать за фантомными людьми или еще непонятно за кем. Потом вернулся. Да, дурнинушка? Ну, вот в наморднике сейчас на всякий пожарный случай. Ну, короче, я даже не знаю, что рассказать хорошего. По поводу велопрогулок. А, велоудочка! Олег, ты сконструировал велоудочку. Ну, мы еще не пробовали, на самом деле. А как? Вот это вот конструкция. Я не помню. Велоудочка это когда... Угу. Да, спрингер. Спрингер. Велоспрингер. Во. Короче, вот карабин. В теории оно должно, знаете, как карабин открыл, на собаку надел за ошейник. И она где-то здесь сбоку бежит. Но поскольку мои собаки пока еще не приучены и тянут куда попало, как бы вот. И да, это самоделка, но вы можете купить в интернет-магазине, будет примерно то же самое. Да, ну, короче, одним словом, у нас Олег Кулибин. Если что, вам нужны такие спрингеры, обращайтесь. Дам контакты, да. Ну вот, короче, мы не испытывали. Но собаки за велосипедами в халте, по крайней мере, на поводках бегают нормально. Бастоша так у Маши вообще идеальный пес. Он все делает по командам, по голосовым, в отличие от некоторых. Вот, хорошо тебе, да, девица? Неожиданно. Резкая тема разговора смена. Так что вот, велопрогулка. Если у вас теперь есть... А, сегодня я поняла, что если у тебя есть борзые, то ни на что другое времени просто не остается. Поэтому... Не только про борзых. Любая собака, да? Если серьезно заниматься, да? То есть ты бы, наверное, Маша, я сегодня спрашивала Машу ее мнение, типа, порекомендовала бы она охотничьих собак, ну, лабрадоров, борзых, ну, любых, кто требует довольного интенсивного движения, людям, кто как бы живет в городе, или это мучить собаку по большей части. Можешь повторить свое мнение на этот счет? Или все встану, чтобы тебе было видно. Дайте мне чай, попей! Ладно, отцепилась. Я ушла. Короче, мы тогда мы сказали, типа, что можно при достаточной физической нагрузке. Но вот я сейчас нагружаю, так сказать. Нет, если у собаки есть работа, если у нее достаточная нагрузка, вроде там или ест что-то, или... Слишком веселая, да? По-моему, она что-то ест. Аврора, да ёшкин-кочерёшкин, ну-ка, отрыщ! Нас просили подписчики, чтобы мы это... Ну-ка, фу! Это что такое? А? Куст очень сильно пахнет. Пахнет? Да. Вонючий. Короче, при достаточной нагрузке,
если у собаки есть работа, если у нее есть нагрузка и физическая, и на мозг, почему бы нет? Короче, загружать собачку нужно. Как бы другой вопрос, что их заводят, садят на диван, а потом спрашивают, что они у них в квартире. Почему разнесена квартира, да, внезапно? Пошла. Ой, как это, по-моему, не куст. Да не, куст там пахнет сильно. Даже через нос пахнет. Чем же он пахнет? А, это какая-то это, акация. А, точно. Мышиный горох. Нет, не мышиный, из которого свирели делают. А, да. Свиристели. Как? Свистульки. Свистульки, да, все собрала. Ну, одним словом, вот. Можете любоваться красивыми борзыми, слушать наш трёп и релаксировать, пожалуйста. Да, Дагон, он вот релаксирует. Ты релаксируешь? Скажи, очень. Очень релаксирую я. Мы сейчас, наверное, все-таки полезем туда вниз, вы знаете. Как вы думаете, нам получится вниз слазить? Вниз-то мы, конечно, слезем, вот наверх. Как бы я что-то прям... И нам еще обратно наверх, на город, вон там, вот туда ехать долго. Наши ноги не скажут нам спасибо. В прошлый раз, когда мы ездили на велосипеде 20 километров туда-обратно, у Авроры стерлись лапы. Ну и у Дагона, в принципе, тоже, но Аврора прям не хотела ходить. Там было тяжело. Что, Дагон, ты будешь кадр украшать? Ясно. Не! Ну ладно, это у нас противоклещевая обработка. Ой! Вот, как интересно. Можете посмотреть на пожар, если вы его увидите, конечно. Короче, я еще раз спрашивали наши подписчики, как отучить собаку подбирать. Маша, у тебя есть такой опыт? Расскажи, пожалуйста. Маша, сможет? Ладно, хорошо, отвяло. Отдельный видос, хорошо. Что, типа, мои как подбирали, так и подбирают, конечно же. Но Машу Бастоша вроде бросил, это неблагодарное дело. Вот это ты про этот запах говоришь? Наверное. Такой какой-то тонкий, пряный. Нифига не тонкий, но пряный. Так, что там Аврора? Аврору кто-то тоже атакует. Ты что там делаешь? Уйди оттуда, Аврор. Кстати, фу! Скорее всего, муравейник. Меня Пастоха, знаешь, иногда что-то копает, а потом отпрыгивает. Он обратно... Аврора, ш... уйди оттуда, то что, кто там? Интересно. Кто там может быть вообще? Вдох там какая-нибудь змеюка сидит, а она там разбегается. Ну ладно. Дагон опять упал. Дагон, ты что везде падаешь? Я не понять не могу. Вот этот куст пахнет. Осторожнее, чтобы химического ожога не было от него. Это может же борщевик быть, кстати, вполне. Вот это борщевик? Да, просто у него еще трубка не выросла. Ну, как бы... У борщевика же большие листья вот такие. Ну, может быть, это этот, кто он? Да, блин, его. Второй-то, дягель. Ну, я не знаю, но я, короче, остерегаюсь этого куста. Выглядит он непонятно. Что там? Ну, может, слушай, крапиву она нюхает. Тут вот крапива растет. А. Ну, короче, вот. У нас тут пастораль. Пойду я попробую еще тоже чаю попить. Вот. Горящие помойки мы вам показывать не будем. Наслаждайтесь красивыми видами. В общем, у меня все. Сегодня спасибо за внимание. Если пишите свой опыт, как вы покатались с борзыми своими собаками на велосипеде. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии с темами будущих постов. Пока-пока!